Накануне Дня независимости в Рижском замке прошла церемония торжественного вручения орденов трех звезд, орденов Вестура и крестов за заслуги. Высшие государственные награды в этом году получили 58 латвийцев. Это военные, учителя, врачи, музыканты и представители других профессий. Орден трех звезд второй степени получил Збигнев Станкевич, архиепископ Римско-католической церкви Латвии. Хочется пожелать, чтобы мы все вместе создавали Латвию такой, чтобы каждый чувствовал себя здесь своим, чувствовал себя как дома, чтобы у человека была возможность проявить себя, расти и развиваться. Президент Раймонд Вейюнис на церемонии выразил гордость за то, что в Латвии так много людей, которые своей самоотверженной работой и любовью к родине делают страну сильнее. Вы своей ежедневной работой делаете нашу страну лучше. Сила латвийского народа в любви к своей родине, семье и труду. Спасибо вам за это еще раз. Поздравляю вас со столетием нашей страны. И пусть Латвия всегда будет свободна. В числе награжденных в этом году было много людей культуры и искусства, в их числе Сигне Пуяте, директор Латвийского национального культурного центра. Она одна из организаторов Вселатвийского праздника песни. Она получила орден трех звезд четвертой степени. Это очень волнительно. Получив такую высокую награду, есть ощущение, что это не только мне, а всем нам, моим коллегам и самоуправлением. Спасибо им, что помогают мне, помогают сохранять нашу культуру. Ордена Вестура присвоены командующему вооруженными силами Литвы генерал-лейтенанту Йонасу Витаутасу, работникам госполиции, служащим национальных вооруженных сил и ЗМСРДЗ, сотрудникам государственной пожарно-спасательной службы. Кресты за заслуги получили ученые, преподаватели, работники самоуправлений и предприниматели. Мария Иванова, Алексей Иванов, Dautcom TV.